Работа вокруг взорвавшегося дома кипит. Полиция, МЧС, представители власти города, строители, а также скорая помощь, находящаяся на постоянном дежурстве для помощи гражданам, в том числе и психологической. Шум, грохот – один из признаков того, что идут восстановительные работы. Вокруг взорвавшегося дома, помимо высоток, есть частные строения. Они довольно старые, и некоторые сильно пострадали. Этот дом находится прямо напротив эпицентра взрыва. Ударной волной ему снесло крышу. У дома номер 4 на втором осеннем переулке во время взрыва в ту роковую ночь была повреждена кровля, стена и стекла на окнах. Здание экстренно ремонтируют. По словам жильцов этого дома, за работы взялась администрация города. Выполняется монтаж новой крыши, выносятся старые полугнилые доски. Возможно, дом получил такие разрушения не только потому, что находился прямо под ударом. Как говорят соседи, здание долгое время не подвергалось ремонту, было запущено. А вот рядом стоящий дом под номером 6 пострадал значительно меньше. Стенка лопнула, в доме все полетело. Но все цело, только две вазы разбились. Ну хрен с ними, с вазами и зеркалом. Никаких трещин до взрыва на этом доме не было. Каждый год хозяйка ремонтирует здание. Этим летом как раз были отштукатурены и покрашены стены. Ну, она у нас отштукатурена, все вон лопнула. Я не знаю, как она там пойдет. Будут делать, не будут, я ничего не знаю. Валентина Тарасова сообщила, что она подписала акт, в котором были обозначены разрушения. Власти обещали отремонтировать здание. До сих пор женщина не может прийти в себя после произошедшего. Взрыв был такой силы, что заставил их с дочерью встать с постели среди ночи. Невозможно, не то слово. Не то слово. Я вылетела, ой, народу, машины, все мгновенно. Выносили людей. Отсюда. Вероятно, постепенно, начиная от эпицентра трагедии, ремонтные работы будут расходиться вокруг, перейдут на близлежащие дома по принципу кругов на воде. И тогда даже самые, казалось бы, незначительные трещины штукатурки тоже будут отремонтированы, чтобы с течением времени у пожилых людей не отвалилась стена от дома.